Здравствуйте. Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет мастер-класс по рисованию гуашью. Сегодня предлагаю нарисовать вот такую новогоднюю картинку. Для этого нам потребуется листочек А5 формата в вертикальном положении, кисточки нескольких размеров, гуашь, палитра, водичка, салфетки. Итак, для начала нам нужно нарисовать фон. Для этого возьмем голубую гуашь, темно-голубая у меня, и белая. Кисточку возьмем побольше, чтобы ускорить процесс. Так, и возьмем. Значит, смешаем. Голубую и белую. И этим цветом мы закрасим верхнюю часть нашего листочка. Довольно плотным цветом. Закрашиваем верх листа. Закрасили. Нижнюю часть листочка мы закрасим белым цветом, но не чисто белым, да, а немножечко пусть примешается к ней голубой. Белый. Этим белым с голубым мы закрасим нижнюю часть листочка. Сделать. Закрасили. Теперь мы возьмем кисточку поменьше размером и все тем же белым цветом будем работать, да? Значит, сейчас мы берем белый. Наметим нашу елочку, да, которая будет сначала по центру, да, основная елка. Рисуем. И такими вот движениями, да, отдельными штрихами будем рисовать веточки у нашей елки. Нарисовали. Сбоку у нас будет еще одна елка, поменьше. И еще сбоку тоже будут елочки. Значит, одну здесь нарисуем.
И еще одна будет виднеться сбоку. Тут краешек елочки обозначен. Так, теперь можно тем же белым цветом немножечко подсветлить, да, какие-то веточки. Их немножечко поярче. Хорошо. Теперь мы перейдем к рисованию шариков на елочке. Рисование шариков на елочке. Для этого потребуется желтая гуашь. Мы ее опять смешаем с белым. И этим цветом обозначим шарики на елочке. Да, расположим их. В разных местах. Елочку мы тоже нарисуем. На этой елочке тоже нарисуем шарики. Вот мы сделаем цвет немножечко. И теперь белым цветом обозначим блики на шариках. Чтобы сделать их более объемными. Такая елочка у нас получилась. Дальше мы будем рисовать нашего Дедушку Мороза. И для этого нужно для начала нарисовать лестницу, по которой он будет взбираться. Значит, нам потребуется коричневый гуашь. Я добавлю немножко синего, чтобы цвет получился потемнее. Так. И обозначим лестницу.
предметы. Так, перекладинки. Еще немножечко. Так, видите, с одной стороны мы цвет немножко сделаем посветлее. Возьмем белый, чуть-чуть коричневого. Немножко подсветим. Так, дальше. Дальше мы нарисуем нашу Дедушку Мороза. Для этого наметим его сначала. Мерной линии. Да, тут у нас, наверное, будет голова. Тут его шуба. И здесь будет его валенок. Будет голова. Вот его руки. Вот тут такая варежка. Вот так. И тут еще нос. Теперь раскрасим. Значит, сделаем телесный цвет. Этим цветом мы закрасим лицо у Деда Мороза. Так, теперь возьмем белый. Закрасим мех на шапке. Мех на шапке. И бороду. Здесь будет борода. И здесь вот она еще продлится.
Так. И теперь красным цветом мы закрасим все остальное. Да, пространство. Колпак, да, и его шубу. Видим красный. И закрасим оставшееся место. Руку его закрасим. Колпак. Кисточку можно нарисовать на конце шапочки. И пока закрасим еще его маленькие рукавички. Немножко их подсветим. Теперь белым цветом тоже еще немножко подсветим кафтан. Тоже белым пройдем, все руки немножечко подсветим. Так, глаз. И белый блик внутри. Также белым цветом можно еще немножечко пройтись по носу. Ярче. И нарисуем ему еще звезду, да, которой он будет украшать нашу елку. Тоже берем белый с желтым. И нарисуем звезду, которую он устанавливает на елку.
и нам осталось добавить только снег в конце. Если вдруг его недостаточно. Буду подсветлим. Так, а можно здесь еще сделать более красный нос, более яркий. Немножко щечки тут еще. Все. И в конце мы добавляем только снег. Еще набросок. Вот такая работа у нас получилась. Спасибо большое за внимание. И пробуйте вместе с нами.